Здравствуйте, Лучин Дарзинуров, в центре Москвы, недалеко от Красной площади. И хочу вам показать билет. Это билет в Дом-музей Булгакова на замечательный спектакль «Действо» под режиссурой Вадима Демчок, который называется «Закрой глаза и смотри». Я только что оттуда. Первые вау-впечатления у меня уже спали, но даже в сухом остатке, сейчас, когда я успокоился, впечатления самые-самые позитивные. Я вам однозначно могу рекомендовать то, что делает Вадим Демчок и его команда, его «Орликины». Первый спектакль «Орликиниады», который я смотрел в прошлом году, на меня произвел гораздо больше, гораздо более сильные впечатления. Но «Закрой глаза и смотри» тоже весьма и весьма замечательная вещь, замечательное действие. Каждый раз этот спектакль разный. Как говорят те, кто был на нем больше одного раза, я был сегодня первый и единственный пока раз. Потому что разные актеры читают разные тексты из шоу, из, наверное, можно сказать, бессмертного шоу, Фрэнки-шоу, которое было у нас закрыто 4 года назад. И вживую сейчас вы можете закрытыми глазами увидеть, услышать, почувствовать, прожить разные роли безумного Фрэнка, и это, как психолог уже, как коуч говорю, весьма полезно может оказаться вам для того, чтобы вы могли по-новому взглянуть на весь свой опыт раз, найти свои проблемы, о которых вы сейчас даже не подозреваете, два, и решить некоторые из них сразу, три, что не менее ценно. Это очень сильно, это очень здорово, это очень искренне. Искренне играют все актеры. Я не знаю, какими еще словами вам это сейчас рассказать, передать. Могу только порекомендовать, если у вас есть возможность вживую посетить «Орликиниаду» или «Закрой глаза и смотри», обязательно это сделайте. Это очень-очень сильные вещи. Слово «сильный», наверное, наиболее подходящее. Да, это самое подходящее слово для тех творений, которые в Москве можно увидеть в Доме-музее Булгакова. Отдельное слово хочу сказать, то, что Дом-музей Булгакова – это, наверное, самое подходящее место во всем мире, не побоюсь этого слова, чтобы ставить «Закрой глаза и смотри», и, конечно же, «Орликиниаду». Рекомендую. Лучше Эльдар Зиновьев.